Всем привет, меня зовут Алексей, я эксперт компании «Альпиндустрия». В прошлый раз мы с вами разговаривали о различных видах посуды и горелок. Видео вы можете посмотреть здесь. Сегодня бы мне хотелось бы вам показать и рассказать о том, какая посуда лучше работает и какая посуда быстрее вскипятит воду для вашей еды. Сегодня мы проведем тест на рабочей походной посуде примерно одинакового объема, для того, чтобы нам выяснить, какой же из этой посуды вскипит быстрее 300 мл воды. Для этого мы будем использовать котелок с теплообменником, титан, алюминий, нержавейка. Время закипания алюминиевого котелка у нас составило минута 45. Время закипания металлического котелка у нас составило минута 51. И, значит, титановый котелок закипел у нас тоже за минуту 51. Алюминиевый котелок с теплообменником закипела вода за минуту 30. Кружка металлическая закипела за 2 минуты 37 секунд. Титановая кружка скипела за 2 минуты 34 секунды. Проведенные испытания можно считать условными, так как для реального теста, конечно, нужно учитывать объем посуды, ее, естественно, диаметр и толщину. Какой вывод можно сделать из данного теста? Конечно же, время закипания посуды будет зависеть от площади дна котелка, на чем нам наглядно показал пример с кружкой. И, естественно, при выборе комплекта котлов одинакового объема нужно учитывать этот фактор. Все мы привыкли к классической посуде, но все же посуда с теплообменником результативнее на 20%. Что экономит ваше время и топливо, выводы делать вам. Решайте сами. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.